улыбчивого всем настроения. Мне очень приятно, что вы заглянули ко мне в мою маленькую мастерскую. Я уже тоже соскучилась по вязанию и по своей уютной каморке. Как только я приехала, сразу начала думать, с чего бы начать, что бы связать, но работа нашла меня быстрее. У меня в работе сейчас 3 зайчика. Это зайки амигуруми. Вы их уже видели, я вязала таких. Это простая игрушка, и кто начинает вязать крючком, обязательно их видел или даже, может, вязал. Это такие длинноухие зайчата. У меня их 3. Уже все детали готовы. Осталось только собрать и оформить. В принципе, здесь самая важная часть – это именно сшивание деталек, так как оформления у зайчиков практически нет. Это только 2 бусинки и, возможно, маленький носик. Вся красота зайчика в аккуратном пришивании деталек. Я сегодня буду заниматься именно этим. Дальше по плану у меня балеринка, так как у меня еще осталась одна юбка пачка, поэтому нужно сделать и использовать эту юбочку. И, конечно же, хочу попробовать те игрушки, которые еще не вязала. Все, что у меня получится, я вам покажу уже в следующем видео. И я очень рада, что вернулась с большим таким запасом энергии. Поэтому, думаю, будет много игрушек, и не только те, которые вы уже видели, а еще постараюсь воплотить в жизнь те проекты, которые я себе поставила галочку на игрушках, которые я хочу связать. А вам, мои дорогие зрители, спасибо, что заглянули ко мне в гости.